Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Нидерланды в Sid Meier's Civilization 6 с режимами варварские кланы, корпорации монополии и случайное дерево технологий социальных политик. Если вы случайно наткнулись на это видео, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. Всегда лучше начинать смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу, большое спасибо им за поддержку. Однако, в связи с тем, что YouTube отключил любую монетизацию в России, доход моего канала снизился более чем на 60%, и я прошу вас переходить либо на более высокий уровень спонсорства, либо пересылать мне денежку просто по PayPal, либо криптовалютой. Все ссылки и возможности, опять же, в описании к видео и в прикрепленном комментарии. Приятного вам продолжения просмотра! И вы здесь. Где ж вы живете, товарищ? О, Саладин. Хопа, 60 дефа. Дима, предложение. Сталеварение. Китов я уже получаю. А чиняка теперь играл всех. Да нет, там вроде кот. Тут не переиграешь уже. Ну просто мне кажется, как бы для кота там должен быть отдельный список банов. То есть в смысле? Ну в смысле, он как бы как на мае садится играть, так вот так заканчивается. Обидно. Так это мая, алло. Алло! Алло, прием. Ой. Опять не туда попали. Кому вы звоните? Не, кому вы звоните? Кому вы звоните? Уберешь этого рыцаря, я обстреляю несколькими. Офигительно меня, блин, флотоводца направила. У тебя рыцарь стоит, я могу обстрелять город несколькими юнитами. Стенку снять. От пуки. Пуки-туки. Окей. Это печально. Я тут хотел отправить. Хочешь покачаться тогда только так. Не, ну я просто помочь тебе готов был. Типа. С следующим ходом это хваны. А, окей. Ну это обидно. О, Кри. Брат. Кри, держи предложение раз. Ой-ой-ой. Бля, начинается там. 300 науки, господи. Камон, зачем вы, ну? Благодарю. Ваши миссионеры были встречены нашими туземцами. Кри, прими, пожалуйста, дружбу. Я, кстати, с верований 17 науки всего лишь имею. А, ну, а ты доживешь? Девочка. Так, давайте доукрепляем религию, и, пожалуй. Ты доживешь до того, как... Кри доживет. А, доживет, все, тогда окей. А что не так? Не, ну говорят... Я должен не дожить, я не понял. Вроде говорили, Кри пилить собрались. Кто собрался пилить Кри? Я первым выпилю этого человека. А, значит, арабы. Ну, что-то вы там кого-то пилить собрались. Получается, Крис сам да, себя собирает. Тут он просто клетки выкупает. Мы пилим Ватикан. Хорошо решение. Так, надо торговцев еще как. Откуда вообще бегают караваны? Из Амстердама 2, из Неймегена 2. Не могу, брат, не могу. Да видишь, у меня тут ни гор, ничего, то есть нельзя поставить два кампуса и как-то выйти по науке нормально. Вижу, вижу, понимаю, но не могу. Сидит, блин. Так, а Кхмер? Интересно, ты Буффало поставил, дед. Буффало. Буффало Билла. Буффало. Где-то есть. А броненосцы это ко мне, да, я так понимаю? Зачем к тебе? У тебя ничего нет. Спасибо. Майя, что у тебя? Майя, что у тебя нету этих на обмен эликсир? Все раздал. Ну. Все, что было, все отдал. Ладно, не буду никуда посылать, просто сменю обратно. Подождите, а где у нас теократия?
Может, другой какой-нибудь? Так, храм огня, собор. Какой ты хочешь? Ну, давай. Хорошо. Ну, ступу, наверное, возьмем. Блин, ну, понимаешь, это придется тебя стопать. Да, стопать кому-то. Топайте. До самого дна. Ну вот. Там придется военник брать. Ну, я слишком сильно отстал, потому что... Не догнать. Я, значит, отдаю тебе Ватикан. А ты вот так. Ну, откровенно говоря, это называется фит. Что произошло? Меня... Я вылетел? Ты вылетел, да? Да. Тебе повезло в тот раз? А тебе нет. Так, тут у меня комп, я вылетел, у меня комп пересадил. С пастбищами. Хорошо, хоть чудо дали. Здесь он вроде ничего не купил, я не вижу. Так, прямые паруса стал изучать зачем-то. Лучшее чудо. Хотя, может, и пускай изучает. Кавалерию искупал. Давайте книгопечатание лучше сначала. Я вроде универы... Да, лучше Габустан. Один но точно я строю. Мог, это ущерб темпу был бы, если бы я поехал туда. Один, сюда, может, куплю в Амстердаме, например. Математику. 500. Ну, я просто лучше религия распространяется с книгопечатанием. Не знаю, все очень медленно, при условии того, что ты еще этот поставишь, как его, венецианку. Хрен его знает, что делать потом будет. Вьетнам тут? Да, да, я тут. Заканчивай ход. Ну, Лян, надо было пересаживать. Мы там, тут уже по культуру построили, теперь тут надо строить. И Пингал лучше пускай в Амстердаме сидит. Ну, скажем так, 8 тех. Так если он заберет континент, то что я с ним делать буду? 8 городов. А что, Вьетнам, ты собираешься весь континент забрать? Ну, он забирает как? Весь континент, и он сидит без денег просто. Без кучи бонусов. Сразу же. Вау, как сталь близко. Так. Ну, наверное, реформу просто возьмем, что тут. Нафига мне уже монументальность. Жесть просто. Рудой пройти. Ух ты. Так, на лес же не влияет вроде на, да. Лес не влияет на кампус. Так, а мы без таймера? Ну, я без таймера. А вы с таймером. Ход прошел, а таймера нет. Леша же опять отвалился, нет? Нет, мы ждали, пока он подключится, и вот сейчас новый ход. Новый ход, новый день. Так, что у нас тут по городам? Спасибо. Ладно. Чего у вас люксов так мало? С
Сколько нас потало? Так. О, инк. А что, оказывается, да, Алексей да, есть? Да, да, у меня есть. Да, не торгуйся с Вьетнамом, давай лучше со мной. А что у тебя есть, Алексей? Черепахи. Ну, я кинул, сделал. Благовоние еще будет следующим ходом. Да, я могу прямо сейчас, кстати, даже торгануть. Вот так предложил тебе. Я там поменял чуть-чуть. Вот так. То есть ты поторговал с Вьетнамом на черепахе, да? Да. Ну, кайф. Не, давай не поддерживай дальше. Давай поддерживай дальше Вьетнам. Нет, ну, нет. Правильно, правильно. Конечно, чувака 300 науки. Давай с ним торговать. Он захватил чувака. А ты видишь, сколько науки у этого кота? Какая разница, он на другом континенте. Это не наша проблема. У тебя вот есть проблема, и ты ее поддерживаешь. Это наша проблема. Я просто как бы предполагаю, что там конец. Ну, типа, мне выгоднее поставить на победу на своем континенте, чем, причем человека отстающего, чем ставить на победу человека, который заведомо не выиграет. Я тебя не прошу на другого человека ставить, я тебя прошу со мной торговать всеми ресурсами вместо Вьетнама, который захватил города Гала, и у него не хватает... Теперь счастье, чтобы их переваривать. Счастьем. Господи, поставь на кита, господи, так делай, что хочешь. Трындец, я просто не понимаю вот людей. Человек захватывает город, несколько городов. Человека у тебя под соседством захватывает. Ты даешь ему возможность это спокойно переваривать, аргументируя тем, что где-то на другом континенте там кто-то. Ты вообще на то никак повлиять не можешь. Ты ж не торгуешь с китом этими ресурсами. Кстати, давай поторгуем. Мне нечем. Ну вот. Все отжали. Сколько людям... Да это миллион, это постоянно, это какое-то бесконечное наступание на грабли в очередной раз. Миллион раз просто люди это делают. Человек куда-то улетает, давайте ему помогать в этом всем скопом. Вместо того, чтобы... Если бы у тебя выбора хотя бы не было, у тебя выбор есть. Нет. Поторгую с ним, так уж и быть. Нет, я крачу и дождусь. Сейчас что там что-то сменилось? Так, 500 что ли стоит универ? Ложим, наверное, пока.
Что там у Атини-то торговать нечего. У американца. О, янтарь. Дед предложение. Так, ступа 190. Ваши заявки, союзы за люксы. Лагерь-то. Ну, надо просто зайти его забрать. Там постоянно кто-то появляется. С другой стороны. Ну, промышленное производство. Так, а где-то у меня еще были благовония? Здесь. Но они дают веру. Значит, наверное, надо в Утрехте делать. Передать только в Утрехт. Эти мрамор обработать. О, американец, как ты победил довольство, ну, лояльность? Грайский век вышел, как победить лояльность? Точно. А, темный бата, да, понял? Всех встретил. Так, с жемчугами, по-моему, с кем-то торгую. Сейчас проверим. Да. Ладно. Эти города надо как-то получше поразвивать. Так, а что тут? Я разве не выбрал то, что-то строится? Мастерскую? А, да, мастерскую. Так, сейчас ускорим. Ну да, что-то в Амстердаме речка не вахти. Печальненько. Не, ну как бы мне кажется, за Вильгельмину можно только если туда у дисциплину брать, чтобы типа не так сильно сказывалось. Ага. Типа лечусь пока. В остальных случаях заканчивается печальненько. Так, книгопечатание. Нет, не открыл. В смысле... А, это первый только у нее. Ладно, надо купить, наверное.
Так, вассалы, ремесленники. Давайте морскую инфраструктуру поставлю. Так, это кому? Надо было сохраниться. Ах, ты ладно, сейчас в конце хода. Тут на плюс 3, да? Вот, а ты только со мной этот торгуешь, да? Ну, я могу торговать в другую сторону, но... Да, я вижу, я просто... Смотрю, торговцы только у меня. Да и у меня, в принципе, только у тебя. Блин. Так, но Магнусу, больше не к Магнусу. Не мог переключить вообще-то. Кроме Нгазаргаму. Нет, с этим. С индусом он может. У меня достают торговые до этого. Таймера? Так это, уберите, да, может, да. Таймер, мы сейв сделаем, загрузим, или вы хотите опять, чтобы синхрон был? Не, давайте, давайте. У тебя достают караваны до араба, только до араба они через меня пойдут. У меня достают караваны до Амера. А, до Амера. До Амера, наверное, да. Он там близко. Караваны в Амера мне бы неудобно было грабить. Ну, я говорю, у меня через другую сторону до Багдада достают. Так, ну я закончил сейчас. У нас... Соло тоже, да, когда он... Когда они закончили он игру, тебя. Он никого, по-моему, не так встретил теократия. В этой игре и скрафнули. Не-не-не, я помню, когда Соло заспаунился на таком полуострове и... Посел у тебя спер под Кириком или под Торосом. Ну... Он еще не спер на тот момент. Мы... Так я вроде все тут сделал. Да я бы просто... Блин, мне надо вот реально вот эту территорию как-то лучше обрабатывать. Надо реально больше, наверное... Как показывает... сделать строителей. Б может оказаться медленнее удара. Может, да. А, ну, Антавайлия отваливается. Темная куинка. Посел спер, ладно. Типа, у меня там еще один шел. И против Гала воевать. Что-то. Принимай. А нет, отваливается все еще. Ну, 3.7 это сюда можно, наверное, этого посадить будет. Нет, тут нету губернатора. Блин. М? Да кораблик. Стена? Не, кораблик. Стена-то что там? Там вон, видишь этот? Болоневский галер. Блин, отваливаются города. Это ты еще в темном веке? Нет, в золотом. Ничего себе там убивают. Бейцы. Так. Сколько канал увеличивает приток золота с каравана? Офигово, никто не считает. Что? Слышь? Биржа, порт, канцелярия. Чем поставил этот, мне сталь дали. Ускорение. Удобно. Что-то в голове. Ладно, давайте Канди до 6. О, слоны. Не, ладно, не буду пока Иерусалим. Просто Канди до 6.
Сейчас у Кристольни будет в 20 просто. Кто-то захватил Ширинагар, нафиг мне это надо? Нет. Подожди, а там что, индусы захватывают или что? Индусы убили уже. Да, жду, пока столицу захватят. Ну, мне кажется, у меня шансов и не было. Ну, я бы и так... Ну, я могу войти, у меня тут все равно ноль шансов. Да нет. Я никак не дефаюсь. Ну, на меня двое напали, ну. Че с Калькутой делать? Хрен его знает. Она тебе нужна? Ну, чисто для поддержания баланса какого-то. Хрен его знает. Я же сейчас этот, пока буду огибать это все. Пока полечусь. У меня просто булочка забрала флаташа. Сейчас пока начитаю. Договорились друг с другом. Эпидемии, я вообще не специально. Нет, я хотел вообще в соло все сделать. Булочка забрала флаташа. Я все-таки предлагаю Тине забанить. За шо? Булочка предлагает Тине забанить. Голосуем. Булочка, не надо. Ну, Тине, как бы второй раз ты прям нарвался, прости. Булочкой это Вильгельмину называют. А я не прав, что ли? Токсично, токсично слишком. Ну, это же Токсик, очевидно. Ну и нетолерантность к хлебобулочным изделиям. О, как! Сейчас какие-нибудь, знаешь, эти... Жизнь булок Мэтта. Вот это начнется. А, там уголь, да? Вот что человек выбирает. О, оставь Калькутту, я туда шпионы кину. Блин, я держал варварский клан, что-то не грабил. Он стал каждый ход по берсерку высирать. Вот это абсурд. Как они там размножаются? Почкованием? Что это такое? Берсерк с берсерком. О, города перестали падать. Животворящие монументы. Так, ступу купим. Не, ну может я реально выйду, ну по-человечески. Уже ж никак. Поймите и простите, да? А там нету правила, типа половина упала? Столица упадет два хода. Если все согласны, чтобы человек вышел, он имеет право выйти. Ну, я думаю... Вопрос только Катине. Просто я не хочу здесь ставить, потому что здесь я бы мог акведук все поставить, понимаете? Это, отведи каравеллу с рыбы на... Здесь я не хочу, потому что здесь... Хотя, может, мне здесь... Помощь. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Обращайся. Спасибо за игру. А например, тут акведук-то поставим. Тогда как можно вполне тут дамбу ставить. Все, спасибо. А, подождите, тут дамба. И тут, подождите, знаете что, тут просто разные... Тут Шельда, а тут Рейн, тут разные реки. Тут можно будет дамбу поставить и тут. Ни одной реки. Как у голландца, тоже одна клеточка. Такая же река была у меня. Так что и ворота в третьем радиусе, во втором. Ладно, начинаю с акведука. Потяни, если ты сделал сковую сетку, он уже считает? Что? Тебе 3 очка дадут. А, засчитают, значит. Да, засчитали. За что вообще засчитают? Кругосветка. Кругосветка 3. Первый кто-то уже сделает. Ну, это был... Кри? Плавал. Это не Кри плавал, это, по-моему, Амер или кто это такой писюн сделал? Это писюн я сделал. А, ты сделал кругосветку? Да. А, ну да, нет. Ты же там до дороги гигантов дошел, а потом... Да, это... да. Планк 3. Так, какие-то тут районы надо будет ставить.
Какие? Ну тут, блин, только театралку теперь получу. А, подождите. Давайте мы в этом районе, это центр коммерции, в этом городе, имею в виду, раз мы тут гавань. Блин, хотя тут гавань так, на плюс 6. Так, а что с центральным городом делать? Хрен его знает. Я его даже не вижу. Вот. Не понял, почему я тут тоже. Нету... Ну, тут гавань, вот... а вот она. Нет, хотя еще да на нет. Самом деле оно здесь. Можешь его забрать, только чем? Ну так здесь плюс. А я куплю. А, окей. У меня аж 30 вход. Ой, 300. Плюс 1 за каждый прибрежный, значит там плюс 3 только будет. Я бы тут, наверное, центр коммерции сделал. Ну вот союзника моего убиваю. Плюс 2. И театралка тоже тут на плюс 2. Ну давайте первую театралку поставим. Кого убивают? Да, ну уже убили почти. По факту. Хо, самолеты. Так, 29 из Утрехта. Люх, я влетаю. Да, зачем ко мне? Я не лидер. Вот к лидеру и лидер. В Ахмабаде построю аэропорт. Из Немигина в Куска. Ой, блин. А, да, я вижу, да. Там в этом центральном городе нефть. В Патне нефть. Еще могу. А давайте два из Утрехта. А руинку что, никто не подберет? Так, и тут мы поменяем на учетные банки. И в Патне моя единственная нефть. Кек. У меня единственный доступный союз научный. И, наверное, все-таки здесь буду делать правительственную. У кого там есть научный, кто хочет посмотреть-то? О! Знаешь, что я сделаю? Я куплю конкистадора в городе. Блин. Оставь, пожалуйста. Чё? Ну, понял, через варварский клан просто куплю Юдита. Если его объединить с миссионером или апостолом, засчитается? Да, блин, чего вы сюда претесь? Фига себе, что произошло вообще? Я почему тоже здесь так... Наспамилось вообще. Давай вырастим там ГГшку. Это вы про какой клан говорите? Который справа от Днанга. А, который у меня я выращиваю, да? ГГшку. Что-то заметил, что ты ее выращиваешь там? Ну, я жду, когда оно... Ну, я не знаю, как оно работает. Ну, ты когда покупаешь у нее что-то, увеличивается количество очков. Угу. Так, заказать атаку начинаний. Нет, это уменьшит развитие. Блин. Почему? Там же написано. Нет, там написано, что если заказать, то уменьшит. Он потеряет, да. Блин. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!